30-й чиловский дроид выдержит. И почти в два раза дольше, чем тот самый. Ну, порадовался, смотри, где база есть. Так, этот продаем. О, не хочет. 500 почти. Да. Азарт, ну, тут починки не беру. Этот последний воскрес. Он генератора нет. Ну пускай вот как раз 2-4, если этот дроид починит. Ай, надо. У меня нет техники, бы он даже этот не выдержал. Что починить? Ты ему. Еще 600 починка. Грабители. Пираты. Что не наш пират. Сука, молитвы. Да, такого вообще никто не будет делать. Ну, этот дроид, они, типа, разбор. Ну, типа, у них. Ну, стволовый совсем. Такое. Тут хоть 30-й. Икарно. 36 свободно шел. Две 800 плюс 7, 20 еще до этого, короче. 15-е. С нами лицо. Вот дронер, эффективность дронера плюс 20, размер плюс 50. Ну то есть для своего дроида плюс 50 размер, это должно быть 3000. Дорого. Ну да, если нету орудий уже хороших, то только бластера слезли, то донести. Дрон 35, но есть раньше 12. Вот это 15-й. Альтернатива, он хоть обозначит пушку. Он на большой базе, он 28 тысяч, это все. Thank you.
Вот эта пушка подойдет, точно 50. Ну, 69 я бил. 50 урона, 250. Сколько там пушек? Три, наверное, да? Зачем он тритон? Тритон у них же дальнобойный там стоит. Наверное, все равно перебил. Вот роскошь. 830. 750. А на уманите нам был вариант. Ну, на уровне. Вот тут 600. 740. Это вообще 850. А ну что? Этого жойка. Орудие. Вот орудие. Фаянское. Ну это такое себе оборудование. Пелинское. Тенец Закса. Восемьсот русских. Это вот 430, это 350, надо забрать. Если русских заберу, хотя на это дорогая. Техника не все грибы. Дик 167, 150. Заправил. Золотое дно, наград. Ваша поэтапись не помешает. Удара. Усилие. Не, ну лидеры со знаками каравана. А на алмазе нету. Вроде не хватает. Так. Ну плюс 70.